Так, приехала новая посылочка с iHerb сайтом. Показываю, что я там заказывала. Мой неизменный помощник в поддержании здоровья печени. Это подсолнечный лецитин. Я его бросаю в смузи, в кашу. Вот такие вот в основном блюда. Мне такой банки хватает практически на уход. Вот у меня там уже на дне осталось, и я заказала сразу новую. Стоит она около 400 гривен. Так, дальше. Это было как пробный товар. Витамин D лишним никогда не бывает, поэтому взяла вот такой вот дозировки 2000. Это вообще базовая дозировка, поэтому это можно, как говорится, всем принимать. И здесь, кстати, много, 240 капсул. Я их подарю родителям, потому что себе я заказала вот такой вот жидкий. Мне это удобнее и детям дозировать, и себе. Это фирма проверенная, ее рекомендуют Катя Чи и многие другие врачи компетентные. Здесь он именно с витамином К2. Я его чередую, иногда заказываю просто витамин D, иногда с К2. Это такой кофактор, который помогает усваиваться и кальцию, и витамину D, в общем, другим витаминам, потому что все в нашем организме взаимосвязано. Но чтобы не было переизбытка этого витамина К2, потому что он здесь в высокой дозировке, я заказываю череду. Иногда просто витамин D, иногда с К2. Такая баночка стоит где-то 650 гривен. Ну, все ссылки я оставлю, конечно, внизу. Так, еще заказала такой витамин D. Вот это, наверное, был в подарок. Тут тоже такая вот же дозировка. В общем, тоже подарю родителям какой-то из них. Так, дальше заказала глицин. Такая незаменимая аминокислота. Никогда раньше ее не пробовала. И к ней еще надо заказать, по-моему, витамин В5. Я еще не заказывала, поэтому пить пока не буду. На будущее заказала. Потому что я все, скажем так, сразу не пью. Вот биотин, это тоже к нему надо заказать тоже витамин В5. И вот это вот, когда я там допью другие свои добавки, потому что я не люблю пить сразу одновременно много, я вот эти вот буду пить курсом. Так, дальше цинк. Кстати, поменялась у них упаковка. Раньше была просто белая. Это я заказала родителям. У нас такой есть. И плюс у меня есть еще другой жидкий цинк. Это в большой дозировке 50, который можно применять или в виде профилактики, например, пропить месяц, или пить во время, именно когда ты простудился или плохо себя чувствуешь, но не на постоянной основе. Потому что на постоянной основе 15 мг цинка в день. Поэтому у меня есть или другая дозировка цинка для обычной, скажем так, жизни, или его не принимать постоянно, потому что это большая дозировка. И последнее, что я взяла по рекомендации, в общем, никогда не пробовала, сироп, господи, как он называется на русском? Он называется кленовый сироп, в общем, будем пробовать с блинчиками. По-моему, стоила такая упаковка гривен 300, не помню точно. Ну, в общем, она, кстати, очень большая, здесь пол-литра его, так что будем пробовать обязательно. И сейчас покажу вторую посылочку с iHerb. Так, и снимаю вторую посылочку. Я ее вот тут распаковала. Очень много было упаковки, потому что здесь все такое бьющееся. Итак, первое, что я сказала, магний у меня как раз закончился. Я решила взять, скажем так, это дорогая фирма, но это чистый, без вообще каких-либо примесей. В общем, там очень много хороших отзывов о нем, и многие врачи именно его рекомендуют. Здесь в обычной дозировке, как обычно, по 3 капсулы в день примерно надо принимать. 3-4, в общем, кому сколько там необходимо. И здесь 180 капсул. И они вроде как бы, я так смотрю, они меньше, чем стандартные. То есть такие более длинненькие, узенькие. В общем, буду пробовать. Посмотрим на эффект. Если что, потом расскажу. И взяла 3 эфирных масла. Итак, первое. У меня закончилось чайное дерево. Я его уже брала ранее. Мне оно нравится. Я его использую в основном для каких-то ранок, для ухода за лицом. В общем, для вот таких вот целей. Это хорошая фирма Уракасия. Они настоящие масла, то есть не просто ароматизированные, синтетические. То есть это, ну, хорошая такая фирма. Так, дальше этой же фирмы Уракасия. Мне сейчас должен прийти аромадиффузер, который будут водичкой распылять
масла по дому, потому что мой предыдущий чуть сломался, а с Херба я не заказывала, не хотела заказывать, там плохие отзывы о них. В общем, когда он мне придет, тогда я сниму видео про все мои эфирные масла. Так что подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить это видео. Это такое масло, которое вечером можно капать, чтобы оно там часик перед сном поработало. Оно типа как детское идет, но ну, конечно же, всем подходит. Буду пробовать использовать его вечером. Это смесь масел. Так, здесь получается, что идет апельсин, лаванда, несколько видов лаванды, мандарин, еще какие-то голубые цветы. В общем, будем пробовать. И здесь 7,5 литров. Такая нестандартная дозировочка. Здесь 15, это большая, а это 7,5. И вот такое мне масло понравилось, потому что я сейчас много еще других фирм масел позаказывала. Пока решила на этом остановиться, пользоваться тем, что есть. Вот такая вот фирма Пранаром. Я не знаю, как она правильно читается, но я ее когда-то даже покупала сама в Париже, в аптеке. Она тоже считается очень качественной, не терапевтического качества. То есть такие же качественные, как Аура Кассия, одни, скажем так, из лучших на Эхербе. Вот такую вот смесь взяла медитация, потому что здесь в составе есть корица. Меня, в общем-то, это заинтересовало. Буду ее использовать больше днем. И здесь всего 5 миллилитриков. Сейчас покажу, что баночка маленькая. Уже не помню, сколько они там точно стоили, но все ссылочки оставлю внизу. И код на скидку тоже оставлю внизу. Вот эта баночка 15 мл, эта баночка 5 мл. Когда-то у меня было и чайное дерево от этой фирмы, тоже оно мне очень даже нравилось. Ну, как-то я решила чайное дерево заказать опять вот это вот. В принципе, не имеет значения. Вот эти вот две фирмы на Эхербе по эфирным маслам очень хорошие. Так что всем спасибо за просмотр. Все ссылочки на товары будут внизу. Всем пока-пока.